Это программа «День города». Здравствуйте. В студии Дина Исляева. В начале главной темы выпуска. Сокращают путь ценой жизни. Транспортная полиция провела рейд у нерегулируемого железнодорожного перехода. Спасли жизнь и поставили на ноги. Рязанские врачи рассказали о состоянии пилота вертолета, разбившегося в Спасском районе. Новые штрафы ГИБДД изменения в МРОД. Какие изменения законодательства вступят в силу с 1 сентября? Сокращают путь ценой жизни. Транспортная полиция провела рейд у нерегулируемого железнодорожного перехода в микрорайоне Приокский. Переходить там пути запрещено, можно попасть под поезд, однако жителей это не останавливает. Где живешь? На Московском? На Московском. Идешь куда? В поликлинику? В поликлинику. На Пирогово? Да. Зубчик лечить? Зубчик лечить. Ну, можно же не дойти здесь. Ну, а как не дойти? Ну, я же пьяный, что ли? Этот участок – один из самых опасных. Трехполоска, по которой с вокзалов Рязань-1 и Рязань-2 в стороны Москвы едут поезда дальнего следования, а также транспортные поезда и электрички. Переходить здесь запрещено, есть специальный знак, но люди на него не обращают внимания. Если нет забора, значит, можно идти. С другой стороны, всю железную дорогу огородить невозможно. Транспортным полицейским остается только раз за разом объяснять горе пешеходам. Прогулка по путям может стоить жизни. Не надо суд мне, побыстрее. Все спешат. Вот, пешеходный мост есть не специально. Я понимаю. Нет? Пользоваться маршруткой можно. Для этого есть специально установленное место. Вот, пожалуйста, мост, пешеходная дорожка. Проходите там, в безопасности вы находитесь, и все. Можно до суда и не дойти. Мужчина вроде бы согласился пройти на Московский через мост, но через несколько минут транспортные полицейские увидели его перебегающим в припрыжку пути чуть дальше от места, где проходит рейд. Вот здесь расстояние 50 метров до специально оборудованного места. Люди сокращают, и эти метры, ну, можно сказать, что это метры их жизни. То есть вот прошел ты 50 метров лишних, остался жив. Пошел ты по кратчайшему пути через железную дорогу. Можешь погибнуть, либо получить травмы. Таких нарушителей сначала предупреждают, потом выписывают штраф. Сумма небольшая – 100 рублей. Поэтому единственное, что можно сделать – попытаться убедить людей не ходить здесь. Основные категории риска – пожилые люди и подростки. Рассказывай, куда вот ты сейчас идешь? Я иду на Московский с друзьями, чтобы погулять в Ашане. Хорошо. Сколько тебе лет полных? Мне 14. 14 лет. В какой школе учишься? В 40-й. В 40-й. В 40-ю школу мы тоже приходили, лекцию читали вам. Ты знаешь, что хождение по путям запрещено в неустановленных местах? Иди сюда, родной, я тебе покажу. Вот, смотри. Знак специально повешен. Тогда что, через мост сейчас мне пройти, дай? Да. Тебе нужно не сейчас пройти через мост, а ходить только через мост. Основная причина, почему подростки могут попасть под поезд – банальная невнимательность. Капюшон очень серьезно ограничивает видимость. То есть возникает эффект туннельного зрения. И помимо того, что капюшончик надет, молодой человек или девушка не видит ничего вокруг. Она еще и не слышит, потому что в наушничках. Поэтому мы всегда объясняем и рассказываем, что при переходе необходимо снять капюшончик, вынуть наушнички из ушей, посмотреть направо, налево, даже на специально оборудованных переходах. В этом году в Рязанской области зафиксировано 25 случаев травмирования на железнодорожных путях. Из них 5 травм несовершеннолетних, 2 со смертельным исходом. Транспортные полицейские на каждом таком опасном участке раздают памятки и просят внимательно относиться к своей жизни. В начале учебного года они придут в школу, находящуюся поблизости, чтобы еще раз напомнить, где и как можно переходить железнодорожные пути. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Рязанские врачи спасли жизнь пилоту вертолета. Напомню, 17 августа в районе деревни Милованово Спасского района Рязанской области потерпел аварию вертолет. Мужчину с серьезными травмами доставили в областную клиническую больницу. О том, как он чувствует сейчас, узнала Мария Рудая. Вертолет весом почти 600 килограммов имеет сертификат летной годности сроком действия до августа 2019 года. К слову, выдается такой сертификат на 2 года. Почему воздушное судно потерпело крушение, пока не ясно. На сегодняшний день, по данным, которые нам предоставила транспортная прокуратура, можно сказать, одно воздушным судном управлял пилот-любитель. И он допущен к управлению. Вертолет принадлежит частной компании. Разрешение на использование воздушного пространства было. В настоящее время по данному факту Рязанской транспортной прокуратуры проводится проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов. Производится сбор документов о принадлежности и техническом состоянии воздушного судна, обстоятельствах полета и иных сведений, способствующих установлению причин этой аварии.
Чудом пилот остался жив. В крайне тяжелом состоянии он был доставлен в областную клиническую больницу. По словам медиков, жизненные показатели были нестабильны. Повреждения получили сразу несколько областей, среди которых позвоночник. По сути, у данного пациента была полностью утеряна опорная функция позвоночника. Врачи ОКБ сделали все, чтобы спасти пилота, который поступил в состоянии сильнейшего шока. 7 часов в операционной, и чудо случилось. Было предпринято оперативное вмешательство, трансперикулярная фиксация на 4 уровнях, 8 винтами. Был полностью освобожден позвоночный канал, удалены костные отломки, которые травмировали корешки конского хвоста, восстановлена анатомическая целостность позвоночного канала. Операция прошла успешно. Сейчас пилот разбившегося вертолета переведен в отделение реабилитации, где занимаются восстановительным лечением. Прогнозом врачей, в ближайшее время пациент сможет встать на ноги. Вообще, это не единственная уникальная операция в ОКБ. На сегодняшний день здесь накоплен серьезный опыт стабилизирующих операций на позвоночнике, которые помогают при травмах, новообразованиях позвоночника и многих других заболеваниях. В настоящий момент нейрохирургическое отделение способно выполнять операции любой категории сложности на позвоночнике. Это говорит о том, что пациенты могут к нам обращаться и не ехать за консультацией в Москву, за операциями в Москву. То есть мы обладаем потенциалом выполнения этих операций и имеем возможность, так сказать, все это делать качественно, грамотно, на современном уровне. Нейрохирургия – та отрасль медицины, которая дает возможность помогать пациентам с самыми разными симптомами. Онкологические заболевания головного и спинного мозга, черепно-мозговые травмы, патологии периферической нервной системы – это далеко не все. Важное значение в ОКБ уделяется и сосудистой нейрохирургии. Сосудами мы тоже работаем, есть сосудистые нейрохирургии. Сосудистая нейрохирургия включает операции на сосудах головного мозга. Это аневризмы сосудов головного мозга прежде всего. Производится открытое клипирование. Сейчас в ближайшее время планируется эндоваскулярное вмешательство на сосудах головного мозга. И мы работаем в рамках сосудистого центра, где оказываем помощь пациентам с геморрагическими инсультами. Теперь даже самым сложным пациентам не обязательно уезжать на лечение и реабилитацию в другие регионы и даже страны. В Рязани есть для лечения все необходимое – техническое оснащение и золотые руки хирургов. А главное – желание работать и развиваться дальше в своей профессии. Ведь медицина – это именно та отрасль, которая не стоит на месте. Рязанские нейрохирурги уже провели не одну сложнейшую операцию, а теперь, благодаря тем, кто буквально спас позвоночник пилота, потерпевшего крушение вертолета, он сможет жить полноценной жизнью. Мария Рудина, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Готовиться к школе правильно. Специалисты Роспотребнадзора проводят консультации для родителей. На горячую линию может позвонить любой желающий узнать, как выбрать качественные канцтовары. Подробности далее. До 1 сентября несколько дней. Большинство родителей форму для детей уже купили. Сейчас докупают школьные принадлежности, тетради, ручки, линейки. Конечно, цена важна, чтобы не очень уж так дорого. Ну и качественная бумага там в тетрадях, обложки хорошие, не мнущиеся. Все качественное. Большинство родителей на канцтоварах не экономят, стараются купить подороже, лишь бы ребенку было удобно, особенно если он учится в начальной школе. Стараюсь, как учительница говорит, чтобы были все странички, все клеточки, яркие для зрения, для ребенка. Стараемся, конечно, хорошего качества покупать все. В Роспотребнадзоре в середине августа для родителей открыли горячую линию, чтобы помочь выбрать канцелярские принадлежности. Главное, рассказывает специалист и эксперт Елена Доронина, смотреть на маркировку товара, все ли данные указаны о производителе. Если возникли сомнения, требовать у продавцов документы и сертификат соответствия. Портфели и ранцы ученические должны иметь детали или фурнитуру с отражающими элементами. Должно быть это обязательно на ранце, на передних боковых поверхностях или на верхнем клапане. И должен быть ранец изготовлен из материалов контрастных цветов. Жалоб на некачественные школьные принадлежности в Роспотребнадзор пока не поступало. В основном на горячую линию звонят, чтобы получить консультацию. Специалисты ответили уже на 160 таких звонков. Работа горячей линии продолжится до 3 сентября. Денис Ляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».
Новые штрафы ГИБДД, изменения УМРОТ, а также нововведения в сфере сотовой связи. Какие изменения законодательства вступят в силу с 1 сентября, узнал Валерий Седов. Одно из самых необычных нововведений ожидает автомобилистов. Так, с 1 сентября 2018 года штрафы за отсутствие страховки ОСАГО будут выписывать камеры. Экспериментально новый режим работы будет запущен только в Москве. Если тестирование пройдет успешно, то технологию внедрят в другие регионы. В настоящий момент штраф за отсутствие страховки составляет 800 рублей. В случае, если его оплатить в первые 20 дней, то действует скидка 50%. Это было учтено и при работе камеры. Если письмо придет позже срока, то его можно будет восстановить. Так постановил Конституционный суд. Помимо штрафа не предусмотрены никакие другие меры, как, например, эвакуация на штрафстоянку. С 1 сентября 2018 года, согласно поручению президента России Владимира Путина, будет увеличен минимальный размер оплаты труда, а работающим пенсионерам произведут перерасчет получаемых выплат. Точный процент пока неизвестен, но в среднем выплаты повысятся на сумму около 200 рублей. Стипендию студентов также обещают повысить, правда, на 4%. А в школах появятся уроки шахмат и астрономии. С осени 2018 года продолжится программа льготных кредитов на учебу, которая действует уже 8 лет. А вот взять кредит потребительский будет сложнее. Центробанк внес некоторые коррективы в нормативную базу. Повысил коэффициент риска для банков при выдаче кредитов населению. То есть теперь, выдавая кредит сомнительному клиенту, банк рискует своими собственными средствами. Новые коррективы должны увеличить количество отказов в потребительских кредитах, так как сейчас россияне набрали слишком много таковых. В Гражданском кодексе Российской Федерации появилось понятие наследственных фондов. В первую очередь это изменение законодательства затрагивает именно обеспеченных россиян, собственников крупного бизнеса. Суть нововведения в том, что человек при жизни может прописать в своем наследстве, что его собственность переходит в управление специально создаваемого фонда. После смерти завещателя такой фонд будет создаваться в срочном порядке. Это поможет сохранить работоспособность и управляемость компаний, которые принадлежали умершему. Теоретически новая норма российского закона может способствовать появлению в стране фондов меценатов. Самый известный зарубежный аналог – фонд Нобеля, который выдает одноименные премии. Одно из последних нововведений – это отмена роуминга по России внутри сети. Теперь плата за входящие вызовы взиматься не будет. Неизвестно, как нововведение скажется на цене тарифов домашней сети. Крупная авария произошла 28 августа под Шацком. Грузовой автомобиль с полуприцепом совершил наезд на автодорожных рабочих. На месте происшествия работали сотрудники полиции, бригады скорой помощи и экипажи МЧС. Пожарные занимаются тушением грузового автомобиля «Вольво» с полуприцепом, которым управлял 38-летний житель Республики Казахстан. Мужчина, по предварительной информации, совершил наезд на стоящий транспорт, который используется для проведения дорожных работ. После столкновения грузовой автомобиль опрокинулся в кювет и загорелся. Авария произошла в 10 часов утра 28 августа. До сих пор на месте происшествия находится бригада скорой помощи, сотрудники МЧС и ГИБДД. В данный момент имеется информация, что в результате ДТП один дорожный рабочий погиб на месте, еще двое получили травмы. Водитель грузового автомобиля госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники полиции. Обстоятельства ДТП уточняются. В момент ДТП на этом участке трассы проводились дорожные работы. По предварительной информации, все знаки, которые предупреждают водителей о приближении к участку работ, были размещены в соответствии с установленными законом требованиями. Количество ДТП со смертельным исходом в Рязани области продолжают происходить. Сотрудники госавтоинспекции еще раз напоминают водителям, что следует неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными при управлении автомобилем. Валерий Седов, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Билеты на представление в Рязанском цирке появились в продаже. Предполагается, что он откроется 14 сентября. Первой программой станет шоу «Цирк на льду». Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Напомню, что Рязанский цирк был закрыт на капремонт в феврале 2015 года. На сегодняшний день в здании два манежа – репетиционный и основной. Вместимость зала – около 2000 мест. Православные верующие отмечают Успение Пресвятой Богородицы. Празднику предшествовал двухнедельный пост. Считается, что в этот день Божья Матерь чутко прислушивается к молитвам за детей. У нее просит уверенности в своих силах, исцеления болезней. Подробнее об одном из главных церковных праздников в нашем следующем сюжете. Церковное предание о празднике Успения Богородицы гласит, что во время молитвы к ней явился архангел Гавриил и возвестил о том, что ее земная жизнь подошла к концу. Перед представлением Дева Мария захотела увидеть всех апостолов, учеников Христа, которые находились в разных городах. Чудным образом они попали в место Успения, где Богоматерь была видимым образом взята на небо.
Свидетелями этого события были все апостолы, которых благодать Духа Святого собрала в этот день в городе Ефес. И Пресвятая Дева была не только душа ее была взята на небо, о чем, кстати говоря, было явно открыто всем присутствующим на погребальной процессии, но и в то же самое время на следующий день апостол Фома, который наитием и волей Святого Духа опоздал к этому событию, он решил попрощаться с уже телом Богородицы, и когда открыли гроб, то и тело Божией Матери не увидели. Представление Богородицы церковь называет успением, а не смертью. Священное Писание говорит, после воскресения Христа смерти не существует, Он ее победил. Такого понятия, как смерть, то есть перехода из жизни в абсолютное ничто, его действительно не бывает. Смерть – лишь переход в иной мир, в иную реальность, во время которого тело умирает, но тело потом и воссоздастся, а душа человека, его личность, его позиционирование в пространстве как «я», оно не умирает, оно остается жить, и вот эта личность человека и предстанет пред Богом во время суда. Помимо того, что Успение Пресвятой Богородицы является одним из 12 главных праздников церкви, он еще и любим в народе. Множество храмов посвящено этому празднику. В Рязани Центральный собор Успенский является памятником культуры и архитектуры 17 века. Мария Рудай, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Фирменный салон фабрики «Мебель Рост» переехал. В новом просторном помещении салона на улице Интернациональная, дом 16А, кроме корпусной мебели, теперь представлены мягкая мебель и столовые группы. С 2005 года фабрика «Мебель Рост» специализируется на производстве корпусной мебели по индивидуальным проектам. Задача, которая стоит перед каждым сотрудником – создавать мебель, соответствующую всем требованиям заказчиков, их представлениям о качестве, функциональности, красоте. Конек фабрики – кухни, от эконом до элит-класса. Опытный дизайнер прорабатывает с заказчиком каждый элемент мебели, подбирает механизмы, технику, рассчитывает стоимость, учитывая возможности заказчика. Одна из наиболее популярных кухонь в салоне на Интернациональной 16А с фасадом классика. Это кухня из массива ясеня, с патиной золота, с декоративными элементами классического стиля. Столешница и стеновая панель – искусственный камень. Также здесь, в отличие от классики, представлено большое количество систем выдвижения, тандем-боксы, корзинки с доводчиками и без. То есть, несмотря на то, что фасад классика, здесь достаточно современные системы, которые облегчают работу хозяйки и пользование этой кухней. Если раньше в салоне можно было заказать только корпусную мебель, то сейчас можно подобрать удобные прямые и угловые диваны для гостиной и детской, практичные кухонные столы и стулья. Столы раздвижные, нераздвижные, приставные. Поверхность стекло, фотопечать, оракал, искусственная кожа, пластик, глянцевый, матовый, то есть на любой вкус и кошелек. Стулья, ткань, искусственная кожа разных размеров, модификаций и моделей. В фирменном салоне «Мебель Рост» можно мебелировать жилые и нежилые помещения, заказать офисную, торговую мебель и всю мебель для дома. Размер помещения не имеет значения, главное – желание заказчика. Уважаемые покупатели, всегда рады видеть вас в нашем новом салоне, который предоставит вам более сотни видов кухон с разными модификациями фасадов, корпусную мебель собственного производства, детские шкафы-купе и прихожие. Понимая заботы новоселов, «Мебель Рост» предлагает для них особые условия покупки мебели. Каждому новоселу предоставляется дисконтная карта в подарок со скидкой 10%. Это довольно хороший вклад в новый дом. «Мебель Рост» и по качеству, и по цене вполне. Рязанцев ждут в салоне «Мебель Рост» по адресу улицы Интернациональная, 16А, ежедневно с 10 до 19 часов. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Это все новости на сегодня. Еще больше информации вы найдете на нашем официальном сайте город62.тв в группах в социальных сетях. А я на этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До встречи в эфире. Мама спит. Она устала. В пробках 2 часа стояла. До работы далеко. Добираться нелегко. Каждый день ее я жду. Грустно мне бывает, потому что мамочки мне очень не хватает. А папа наш пришел с букетом и сказал нам по секрету. Будет времени в запас. Переезжаем в Еврокласс. Это в центре. Здесь все рядом. Всей семьей мы очень рады. Хочешь стать одним из нас? Заселяйся в Еврокласс. Строительная компания «Зеленый сад». Предлагаются участки под жилищное строительство в коттеджном поселке Караси. В 15 минутах езды от Рязани. Великолепная природа,
каскад из 4 прудов, собственный пляж, дубовая аллея, все необходимые коммуникации, чистый воздух и тишина. Все для комфортной и уютной жизни. Подробности на сайте karasi62.ru.